Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту, где нам теперь, друзья, дают абсолютно без вложений. Если раньше здесь вход был $1, теперь абсолютно без вложений можно регистрироваться и начинать зарабатывать. Называется Pictory Pinches. Ну, вот как-то так. Здесь я загружаю мемы. И на просмотре мемов я зарабатываю денежку. Вот. Здесь у нас обновление. Здесь вот читаем всю вот эту информацию. Я зачитывать не буду. У меня на основном канале есть плейлист. Можно зайти и посмотреть. Значит, вот здесь вот эти вкладочки в самом низу, они все кликабельны. Это мы все читаем. Есть YouTube, Reddit. Потом еще вот это есть Facebook, Instagram, Twitter. Я черпаю информацию на Facebook в основном. И зайдя на Facebook, я как бы захожу, ну, вот здесь картинки, вот, как бы администрация выкладывает, что они здесь пишут. 17 августа. Вот и новые обновления. Первое. Теперь регистрация бесплатна. Как я ранее говорила, было от $1, вернее, $1, чтобы показать, что вы реальный человек, что вы не мошенник какой-нибудь, да? Вы зарабатываете 10% от заработка рефералов. Вы не зарабатываете от 0,25 центов. С каждого реферала мы сняли это. Ну, вот как-то так. И что еще? Сегодня мы обновили сайт. Надеемся, что вам понравится. Зацените, если вам понравился этот пост. Здесь постоянно обновление в последнее время. Все администрация обновляет, все улучшает. Как бы я сегодня еще ничего не загружала. Значит, юзеров чуть более 1000. Каналов почти 1500. Мемов загружено почти скоро вот 8000 будет. Значит, это вот мой канал. Кликаю, что мне мышка начала заедать. Это мои каналы. Я сделала тоже все, я здесь обновляю. У меня сейчас рандом. Мемос Елена 1. И тут циферки поставила, чтобы не запутаться. Доступно 20 каналов. 20 каналов я не собираюсь делать, друзья. Вот, потому что, как я сказала, здесь постоянно все обновления. У меня как было 6 каналов, когда я регистрировалась, а зашла я сюда 25 января. Я здесь работаю. Проект работает, хоть и обновления, ничего страшного. Зарабатываю. Вот, платят, все замечательно. Захожу я сюда ежедневно и ежедневно загружаю как бы картинки эти, мемы. Значит, это редактировать аккаунт, создать канал. Это вкладочка снять со счета. Выводить я пока не буду. Если я кликну, мои денежные средства обнулятся. А на балансе у меня $8.46. И очков 1000. Больше 1000 очков нам сейчас не дают. Вот. Далее. Поставлю опять на оригинал. Так. Английский. Давайте я загружу картинки. Значит, вчера я загружала вот на первый канал. Вот. Загружу картинки и покажу вам потом по вкладочкам. Ну, вот мои картинки, как бы, да. Сегодня я буду загружать на второй канал. Вот, рандом Елена 2. Я загружаю. Доступно нам в данный момент в день 20 картинок. Мы можем загружать. Вот на вкладочку на желтую нажимаю. Здесь опять... Что у нас здесь? Изменить канал, удалить канал. Свежие, рекомендуемые картинки перемешать. Так, я кликаю.
Здесь я вот 13 августа загружала. На желтую вкладочку перебрасывает меня на страничку. И что? Здесь доступно 20 картинок. Поинтов 1000. Больше 1000 ты не заработаешь. И за каждую картинку вычитаются это и вот 10 поинтов. И я загружаю картинку. Сейчас кликаю сюда. Просто вам показать, где мои мемы. Вот мемы. И я буду 5, 10, 15, 20. Вот. Я так кликаю. Вставляю комментарий. Пост. Вот моя картинка загружена. Я поставлю на паузу. Таким вот образом я загружу все картинки. Все 20 картинок. И вот последняя картинка. Я загружаю. Вот если я кликну опять на желтую вкладочку, видим, у меня стало 0 мемов, как бы количество. Поинтов у меня стало 800. Ну, вот как-то так. Далее возвращаюсь. Сюда вот кликну рандом Елена. И вот мои картинки. Вот. Люди будут ходить, участники, просматривать и кликать, тем самым зарабатывать. Значит, давайте теперь вернемся по вкладочкам. Это вот канал, да? Здесь я вам показала. Здесь мои картинки. Вот все мои, это мои каналы. Почему я не загружаю 20 каналов? Потому что, друзья, не имеет смысла, если я сделаю 20 каналов и на каждый канал загружу по одной картинке, так как доступно 20 картинок, да? Ну, естественно, человеку будет тяжело. Я знаю это по себе, так как я здесь работаю и зарабатываю. То, что это на один канал зайти, поставить один лайк, потом на второй канал один лайк, и так 20 каналов. Легче всего на один канал загрузить 20 картинок, чтобы человек зашел и поставил лайк. Правильно, сразу все отлайкал. Вот, написал комментарий. Здесь сейчас дают 5 комментариев в день. Вот. Опять же таки, это все пробно. Сайт улучшается. Все постоянно изменения, обновления. Но, тем не менее, работает и платит. Значит, это вкладочка «Канал». Здесь у нас идут мемы. Вот это вот мои мемы пошли. Загруженные. Далее здесь комментарии, которые оставляла я. Вот, видите? Вот. Так, а мне надо, сейчас я по вам покажу. Мне надо взять коммент, чтобы скопировать. Вот. Это ёлопало. Скопировать, возвращусь. Так, комментарий показала. Здесь картинки всех участников. Так, как я понимаю, это на кого я подписана. Вот. 20 августа видим, да? Этот человек постоянно ставит мне лайки. Я уже знаю участников, да? Как бы вот 4 клика. Вот я поставила лайк. Клик вот на желтую вкладочку. Вот. И видим, да, оставляют комментарий. Я вот хочу оставить комментарий. Вот это я удалю. И вот это я удалю. Сейчас. Так, это я скопирую. Вот. И коммент. Все, вот видим, мой комментарий опубликован. Опускаемся ниже. Я поставила лайк. Ну, такая вот, удалить, не знаю, это как бы системная ошибка или что. Таким вот образом человек посмотрит, зайдет, у него отобразятся комментарии, я вам покажу. Он кликнет сюда и попадет на мой канал, чтобы поставить мне также лайк. Так, далее здесь у нас также каналы. Идут это каналы. Там картинки были на
людей, участников, на которые я подписана. А это уже каналы пошли. Видим, да? Вот. Здесь сообщения, которые мне оставляют, когда ставят лайк. Вот у меня 6578 сообщений. Ну, в данный момент пока еще нет сообщений. Вот, эринг. Это заработок, друзья. Вот мой баланс. $8.46. Всего у меня заработано $47. Я отсюда вывела. Работает, друзья. Забыла сказать. Самое важное. С платежной системой PayPal. Так что смотрите, здесь Pyra нет. Ни Perfect Money, ни биткоина. Только PayPal. Вот. На сегодня у меня пока по нулям. Значит, и что мой доход? Доход, конечно, плавающий, так как здесь обновления постоянно, как я сказала, и улучшения. Вот 2 цента, 2 цента, 4, 1, 24 цента, 14 центов, 3, здесь 3, здесь вообще мало, как бы 7. Вот такой вот доход. 23 цента, когда густо, когда пусто. Вот как-то так. Так, вкладочка рефералы, находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Копируем и делимся с друзьями. Ну и здесь вкладочка админ. В основном я, если у меня есть вопросы, я пишу в службу поддержки. Иду на Facebook. Кликаю вот сообщение. И я постоянно общаюсь с поддержкой, как бы. А здесь я не пишу. Значит, этого админа. Здесь в основном админ пишет, если есть какие-либо нарушения. Вот. Тогда админ уже пишет. Также здесь вот картинки. Вот можно вот так лайк поставить. Перейти на канал. Вот. И еще, друзья, немаловажный факт. Когда вы, ну, если вас заинтересует проект, и вы захотите сюда здесь зарабатывать, обращайте внимание вот здесь, вот на эту рекламу. Если есть реклама, значит, есть заработок. Понимаем это, да? Вот. Если нет такой вот рекламы, значит, нет дохода, потому что, как я уже сказала, здесь идут постоянные обновления, и бывает, что нет дохода, как бы. Тогда я никому ничего лайки не ставлю. Зачем я буду людям ставить лайк, если нет, как бы, дохода? Вот. Как бы. Ну, вот как-то так. Далее, здесь каналы. Вот, я опубликовала мой наверху, вот здесь канал, потом вот какой-то канал. Также можно поставить лайк. Это видно новый. Одна картинка. Человек посмотрит, что ему поставили лайк. И, возможно, он перейдет как бы ко мне. И поставить мне лайк. Кто это? Ага. Я уже знаю, как бы, по логину, по названию канала, людей, да, кто здесь работает. И как бы вот я вот этой девочке, Диана, как бы, я ей ставлю лайки, она мне ставит. И уже как бы все знакомое, так как я, видим, да, я вот сейчас пройдусь у нее по каналу. Вот один лайк, один поинт. Мы ставим лайки. Вот у меня было 800 поинтов. Было 1000, стало 800. Ну, мне нужно дойти до 1000, чтобы было 1000. Вот. Видим, да? Вот. Далее мне поставлен. Кликаю, поднимаюсь вверх. Также кликаю и оставляю комментарий. Все, у меня комментарий как бы, да? Вот. Я оставила комментарий. Также иду на канал. Вот. Ну и теперь вот здесь.
Это та же сама, что я и предыдущая ставила. Вот. 20 августа, видимо, здесь как бы, да? Здесь уже я и ставить комментарий не буду, потому что достаточно одного комментария, и человек поймет, что я и поставила лайки. Вот. Опять иду на канал сюда. Вот. И вот этому тоже вот друг другу ставим лайки. Вот таким вот образом. Работа, как говорится, не пыльная, платит, работает. Вывод я неоднократно, друзья, отсюда выводила. Просто я не так часто пишу по этому проекту видео. Вот. Так что вот как-то так. Сейчас я этому поставлю, оставлю комментарий. Вот. Далее мне поставлены лайки. Далее, что еще хочу сказать. Картинки, знаете, как это трудно искать. Вот. Вот я поставила лайк. Ну, он обязательно придет ко мне поставить. Значит, что здесь люди делают, чтобы... Картинки друг у друга тибрят. И я тибрю, и у меня. Значит, я вот пройдусь, например, да, по каналу, поставлю лайки всем. Перехожу на другой канал, как бы другому участнику. Там тоже точно такие же картинки. Кто у кого берет, как бы. И вот у меня, я смотрю, даже не только как бы вот такие... Тибрю, я еще и свои как бы загружаю. Но мои-то картинки на русском языке. И я уже понимаю, что если иностранец, да, там взял, то уже у кого взято. Ну вот. И тибрют. Вот так кликают на картинку. И сохранить картинку как? Скачивают. И все. Потом опубликуют. И точно так же и я делаю. И так все делают. Вот. Ну, в принципе, это все, что я вам хотела показать, рассказать. Вот. Кому интересно, заходите, работайте, зарабатывайте. Ну, и по выходным, вот, начиная пятница, суббота, доход тоже не особо велик. Тут и так обновление. Вот. Ну, а так по будням вроде и ничего. Ну, мне нравится. Я работаю, зарабатываю. Я хочу немножечко побольше денежку заработать, потом уже поставить на вывод. И, естественно, я запишу видео. У меня нет сомнений, что он там не заплатит. Конечно, он заплатит. Но вот вывод обрабатывается в ручном режиме. Ну, я все вам показала, рассказала, как создавать каналы, как опубликовывать. Я вам все показала. У меня есть плейлист на основном YouTube. Заходите, смотрите или сами изучайте. Вот. Ну и зарабатывайте. Ну, неинтересно, пройдите мимо. Каждому свое. Кто-то не захочет заморачиваться с этими картинками. Ну, в принципе, я довольна проектом. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Всем мира, добра, любви и счастья. До новых встреч.